находимся возле отеля «Конкорд» «Эль Салям Спорт». Так выглядит вход. Там аэропорт. 10 километров. Вот там. Сейчас мы зайдем внутрь. «Конкорд» «Эль Салям Спорт» входит в сеть отелей «Конкорд». Он находится на второй линии моря. Сейчас мы попадаем в главный корпус. Как в египетском стиле. Салоны. Ресепшн. Фано. Красиво. Боже, рояли даже. Данный отель больше предназначен для отдыха семьями с детьми. Анимации. Аквапарк. Но он, видимо, на ремонте сейчас. Особенность этого отеля в том, что все номера с выходом на бассейн. Но гости этого отеля пользуются территорией и услугами. Да, оказывается, вход корпуса «Конкорд» «Эль Салям Спорт» с таким внутренним двориком. Все достаточно зелено, поливается, ухаживается, убирается. Сейчас посмотрим номера. Стандарт номера в отеле «Конкорд» «Эль Салям Спорт». Стандарт «Конкорд» «Эль Салям Спорт». А в отеле подают мясо на пенье? Здесь. Есть. Фен есть. Есть, да, сразу видно. Ну, большой такой номер, хороший. И даже плазма новая. Хотя обещали, что тут более обветшалый номер, но этот не подходит. На бассейн, повторяю. Хороший номер. Это номер 54 квадратных метра. Ванная такая же, как и в том первом стандарте, который 45 квадратных метров. Ну, комната, конечно, похожая. Три огромные кровати. Даже есть Room Connect.
Конкорд — это Солянский курорт.